Как еще отмечать десятилетие «Спутник спорта», если не футбольным матчем? Здесь круглый год проводят тренировочные сборы команды самого разного уровня. Ну а в день рождения на поле вышли партнеры спортивного центра. Это сами юбиляры, команда «Спутника», сборная арены 2018, которая осуществляет строительный контроль всех работ по подготовке к Мундиалю, компания «Южное море», которая обеспечивает питанием спортсменов, и сборная тренеров и футбольных арбитров. Среди них и известный защитник московского ЦСКА, ныне тренер Элвер Рахимич. Я первый раз, честно, здесь, и, конечно, удивился очень много, и многому здесь очень много сделали, построили, и, конечно, это очень большой плюс для футбола. Конечно, с позитивом отреагировал на это, пришли, играли, получили массу удовольствия, эмоций, так что очень хороший турнир. Победителями турнира, конечно, стали профессионалы. Кубок десятилетия у команды тренеров и арбитров. Серебро у виновников торжества. Остальным вручили подарочные сертификаты от сочинского оздоровительного комплекса «Спутник». За этим юбилеем стоит очень много людей, очень много известных людей во главе с Виталием Мутко, потому что учредителями нашего предприятия является Российский футбольный союз, оздоровительный комплекс «Спутник» и «Спортсервис Интернешнл». Вот эти вот три таких хороших партнера и игрока в мире спорта, они действительно сделали хорошую, добрую такую тренировочную базу. Десятилетие «Спутник Спорт» встретил в новом статусе официальной тренировочной площадки баз-команд чемпионата мира 2018. Новое поле, соответствующее стандартам FIFA, уже готово. Здесь будут готовиться команды, это с мая 2018 года, пока еще сборная не определена. Сейчас мы будем беречь, и учебно-тренировочные сборы будут проходить вот на другом секторе, на газоне, который мы тоже восстановили. Вот. Поэтому, собственно, без отрыва для производства. Так что мы разрастаемся, смотрим вперед с оптимизмом. Все это уже в ближайшем будущем. Ну а праздничный турнир завершился угощением всех гостей и участников большим тортом. Конечно, тоже в виде футбольного поля. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.